А что если собрать цирк уродов? Во-во-во! Цирк уродов, поехало! Цирк уродов! Цирк уродов пошел! Вы просто посмотрите на это! Поехало! Поехало! Цирк уродов! Поехало! Что это такое вообще? Что за гигантусы? Что это такое? Просто огромная просто хрень какая-то зашла на хайграунд. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенас, и сегодня у нас новый видосик рубрики «А что если?». А что если собрать цирк уродов? Сегодня мы соберем всех мощных персонажей. Это Урса под грибами, это вонючий зомби, это просто палочник вот этот большой, и еще несколько будет секретиков. Надеюсь, видосик получится интересный, поэтому, ребята, обязательно поставьте лайк и поехали. Ну что ж, сейчас мы пока подрафтимся чуть-чуть. И сегодня у меня особая роль. Я сегодня буду играть на Огре. На Огре. Огр нам нужно будет тоже для воплощения определенных стратегий. И сразу мы его возьмем на ФП. Ребятки, не забывайте поддерживать YouTube канал подпиской, конечно же, это самое главное. ТГ канал тоже можно подписаться. И если вы не успеваете на стримы, то, конечно же, можно подписаться на Boosty. Там я выкладываю все стримы, разбиваю по каточкам. И, конечно, можно пересматривать. Так что вот такая, ребятки, тема. Спасибо всем, кто поддерживает. Это очень важно, и это, на самом деле, является хорошей мотивацией. Поэтому вот такая тема. Так, смотрите, как вы видите, у нас тут веселый пик уже назревает, чисто цирк уродов. Это фановый, максимально фановый видосик должен быть. Должно быть много шуток, много рофлов. Посмотрим, как мы это будем вывозить. Так, так. Усра, ага, Усру взяли. Все четенько. Ну, я думаю, тут уже, в принципе, понятны некоторые моментики, да, для тех, кто смотрит мои фишечки, которые я пишу, что у нас тут, в принципе, по пулу, как мы будем это делать. И погнали. Так, хорошо. Моя задача, это, конечно же, четверочка. Четверочка. Но пацаны потом возьмут себе куру еще дополнительно. Так, мне нужно будет здесь взять тогда вот, вот эту тему и вот так вот. Хорошо. Go fast, go, go. Go, можно забрать. Будем пользоваться толпой. Пользоваться толпой, ребята. Там норм состав, пацаны. 7к ПТС у всех. Так что ГГ, изи, ФФ. Отлично. Рошана не успеем мы. Нет, не заберем. Не. Танкую первый. Так, смотрите, в общем, наша задача. Сейчас возьмем либо слоу, либо стан. Посмотрим в зависимости от того, как тут герои будут. Как герои будут расходиться. Оп, хорошо. Засада, ребята, готовится засада. Чистая засада. И что ты делаешь? Таракан, он же сейчас клепать будет. Что они делают? Что делаете? Что делает моя команда? Вы идиоты, что ли? Ой-ой-ой. Что вы делаете? Вот это хорошее начало видео, потому что уже весело, ребята, уже само то, то, что нужно. Красавчики. Давай туши его, вот этого вонючего. Усра, работай, дядя. Хорошо, хоть кого-то задушили. Абадон тоже отдался. Что за начало? Вообще непонятно, если честно, что происходит. Урса, не с фарми. Цирк уродов же. А, точняк, забыл. Забыл, сори. Чисто цирк уродов. Я на топ ТП. Так, моя задача, в общем, по этой игре, это саппортинг в целом сделать для ребят некоторый спейс, который я, в принципе, должен сделать. Поэтому пока что ТП на топ. Аккуратненько, чуть-чуть подфармливаем. Подфармливаем. На миду Хускар, да? Ну, погангаем его, если что. Погангаем. На Агуре сегодня у нас каточка. Сапожочек бы дать. Сапог. Я ушел. Я сапог возьму и пойду роумить. Базилу офни. А, офнул, все, хорошо. Куры нет, кура есть. Есть. На базе курьер. Ух ты, он не хилит крипов.
Он мне крипов хилит. Хорошо. А батончик тот сам выстоит, в принципе, можно будет как-то. Единственное, у нас тут проблема, нам нужно будет делать диффуз. Рофлы рофлами, но нужно будет сделать диффузио, потому что у нас ВС Омник. Катка может быть плотная, потная, опасная, вонючая, потная. Именно потная, то есть, понимаете, да? Хорошо. Так, курьер улетел. Плохо, я без сапога иду. Ух, он его там закинул. Но немножко не дождался, Я бы поможи сделал. Хорошо, монетка. Ну, попробуем. А, у него там маны нету. Но вы держитесь. Маны нет, но вы держитесь. Но я чисто так пробежался. Был бы сапог, был бы чуть получше, поинтереснее. Сейчас запулим его, наверное, да? Давай-давай. Принимаем этого чувака. Хорош. Да изи вообще. Вот так вот. О, кака. Не кака. А ганг. О, кака. Не кака, а ганг. Хорошо. Немножко попустили. Найс. Мне главное аркану сейчас взять и все остальное. Пойдет прям хорошо. Все, сказали, что гангаешь. А что, я обязан, что ли? Чувак. Это цирк уродов. Цирк уродов начнется скоро. Пока фармим. Ух ты, он там. Какую вещь дает. Ой-ой-ой, дядя. Прикинь. Этого отзоню. Давай, вот так, вот так вот его. Туши, тычку даешь? Хорошо, умница. Сейчас уже аркана будет. Ух, меня там видели, как с Фрустморна забустило. Хорошо, что я Омника отзонил. Аркана. Хорошо, даю. Все, я пошел на руну. Я в мид. Активную катку делаем на огре. Моя задача в этой катке крайне простенькая. Это, в принципе, саппортинг. Плюс мы здесь сделаем такую тему, что у нас должна быть авиация здесь. Оп, смотри, как я тебе умею, да? Но Тини не выйдет, Тини не выйдет. Он фармит. Давайте один вардик хотя бы купим. Что у ребят все плохо. Никто не вардит. Саппорт плохой. Ну, в принципе, за 4 минуты в трех драках я участвовал, это хорошо. Активно работаем. Сейчас я вард заберу себе. О. Г-г-г-г-г, принимай, принимай, принимай его, принимай. Давай, дядь, давай, 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 пошло. Пошло вот этого таракана вонючего. Да ты что, ты убивать меня собрался. Как дела, брат? Нормально. Цирк уродов, приветствую. Цирк уродов. Жесть, он жирный, я стакну сейчас здесь. И на базу пойду. Пойду мидера, еще сейчас бафну. Стакаем мидера, бафаем и бежим. Мидеру вард поставим еще дополнительно. Пойдет. Почему нет? Вот так вот. Сейчас низ приду. Зомбика главная задача здесь купить БКБ. Но он чуть-чуть выфармит, нету телепортов. Пул мид отдал, не успеваю немного отрабатывать. О, ГГ Тини, куда походу ошибся он. Да, что-то у Тиника не пошло. Что-то у Тиника не пошло. Да сгорит он там. Сгорит, 100%. Погнали на миду поэкспимся. Телепорты есть. Что там, Хускар, брат? Как дела? Как дела, Хускар? Хилится? Хорошо. Он на шестом попробует меня убивать, конечно. Лайн стараемся не пушить, когда мидер придет, чтобы лайн был не запушенный. Наоборот, его постараться перетянуть. Мне торопиться на сапе некуда, в принципе. Поэтому чуть-чуть экспимся, золото. Забираем то, которое Тини бы не забрал. Но это в идеальном саппортинге, в принципе. В идеальном. А в не идеальном можно, конечно, взять да запушить пофиг вообще.
Так, я Макшу первый, фаербласты нам нужны. Ахевич и Кункич, да ничего себе. На тебе, вот это покушай каку. Нифига себе, ганг смакеичный был, между прочим. Хорошо, вот так вот делай. Хот-дог делай один. Короче, у нас есть в городе шаурмичная. Там типочек такой работает. Он, короче, постоянно говорит, когда приходишь там к нему, да, образно, хот-дог какой-нибудь сделай, да? Он такой, хот-дог делай один, говорит. А я запомнил постоянно в это вот. И вы это вот это, ну вы поняли. Используй. Гоу. Гоу, тараканы вонючие. Цирк уродов. Уродов. Поехала. Ну хотя бы вот этого я не знаю побить, потому что типа прогнать надо. Да, что-то с томбой там пацаны нет, они вкурили. Не вкурили. Седьмой левел. Где Тини вообще? Тини, вернись на мид, пожалуйста. Что-то ушел с мида. И миндерчик как? Мидер, вернись на мид, ё-моё. На мид вернись, пожалуйста. Давай убиват. Я в тачке, говорит. Сейчас надо будет вард на руне пихнуть. Но я уже шестой апну сейчас. Хорошо. Let's go. О, ничего себе. Ничего себе там. Но я его не заберу. Тут без варика. Мидер просто мид бросается и убежал. Так, ну не доигрываем. Не доигрываем. Вот такую штуку. Где зомби? Поможет он там? У нас так получается, вообще я должен бегать влево-вправо, зомби должен помогать Урсе, чтобы что-то забиралось. А я бегаю. Моя задача это бегать. То есть Огар это бегун. У нас тут Огар это саппорт. Роумир. Хорош ульта, ну. То есть я не успеваю за всеми лайнами, то есть один лайн должен быть. Смотрите, вон. ТП дает. Гоу. Чуваки. Да ты что? Да ёж. Ману не успел дать. Это уже лишняя драка. Это лишняя. Это лишняя. У нас что-то как-то, знаете, такой, ну, рассинхрончик небольшой. То есть мы не делаем то, что должны делать. Слишком глубокие дайвы какие-то непонятные. Я не успеваю за своей командой, они что-то какую-то ересь делают, и я туда же. И я туда же. Абадон тем временем просто фармит. Его все гуд. Вот это за Т2 нам не, мы не должны так за Т2 бегать. Ускарчик, трипл килл, молодец какой, сильный. Давайте так напишем. Молодец. Так, и что делаем? Вот сейчас вопрос такой, серьезненький у нас назревает. Так, Усра пошел, да? Стаки там. А ты Рошана можешь забрать уже, Бэш. Бэш, есть. Гоу. Урса выйдет. Там Мармалет, да пофиг на него. Ну типа это плохо, игра уже в принципе оборот обратный берет. Просто АФК стоим. Просто стоим АФК. Нужно двигаться постоянно. Постоянно двигаться надо. Надо двигаться. Я пошел к Абадону, короче, Абадон походу один из самых стабильных. Кто сейчас в этой катке, Урса фармит, все фармит. Пусть побегаем тогда с Абадоном.
Но я выгонгать не могу, они лезут куда-то, я просто тупо банально не успеваю. Наоборот, он соло убивает тут. Соло убивает. У Тини у нас не получается никак играть. Багается. Забавно. Ой-ой-ой. Так, окей. Так как здесь ситуация такая, что тут нужно возвращать какой-то дэмэдж, я сделаю БМ. Сделаю БМ. Хаста. Бей его. Хорошо. Вкусный хускарчик. Цирк уродов. Вкусный хускарчик. Вот как говорится, керри может сесть на сапа, но на сапе керри сложно будет... Что он сказал, да? Но тяжело будет выгнать... Из сапа керри, да, вот я вот постоянно пытаюсь что-то ласхитить, хотя я саппорт, я должен оставлять. Должен оставлять. Должен оставлять. Так, усра работает, да? Хорошо. Вернул, дядь. Надо драться, парни. Усра забрался. Вот туда. По движенам подеремся, да? Почему нет? Так, это Бродсворд. Вон здесь идет, да? Вон хорошо, как можно убить его. Все, и пошло вот это уничтожение. Вопросы. Ну это что? Ну цирк уродов вот просто с хайграунда спускается, убивается. Паровозиком, пацаны, идем. А, в меня надо дать. То есть стоит 10 человек, надо в огра дать крест. Не, ну это точно цирк уродов. Дал крест, проверяй. Вот, дал крест, чуваки. Дал крест. Пацаны, у нас спина горит. Спина белая. Да что вы меня все хотите? Вот и прям бежит меня нажимать кнопку. Господи. Урсна вот так и вообще обходить начал. У него Егис. Так, ладно, драка у нас будет, в принципе, тут успешная, я думаю. Меня именно главная задача саппорта убить. Даже тут, даже на этих видосах они стараются хейтить меня. Не знаю зачем. Для чего просто, объясните. Зачем? О, хорош. Да его туда же. Его туда же абсолютно. Вообще без вопросов. Под фростморном, под тычками вообще шансов нету. Вопросы. Цирк уродов готовится. Жесть. Так, пойдем фарманем. Пойдем фарманем. Так, Тиник УГГ. Понял. У нас у Тиника сегодня не получается немного плеить. Он как-то постоянно подставляется. Что-то не идет. Что-то не идет. Хорошо. Варды стоят на дефолтах. Если вы не успеваете соло все отдеваржить, ребятки, главное, два варда в дефолте. Все остальное нормально. Приложится, как говорится. Приложится. Так. Плохо, что там нет ни у кого хикса. Так бы можно было еще уменьшить модельку. Это было бы пушечно. А потом нормально пофармил. У него там уже... И вот там уже все пушечно. Давай вот так сделаю, да? Вот так бафаю, брат. А ты ломаешь. Хорош. Вот эту, кукунку. Найс. Найс куру слил. Блейдмейл был. Так, когда БКБ-ха будет у пацана?
использовать. Зомби БКБ-ху надо. Ману даю. Вот тут станем. Блин, Урсу постоянно хочется бафать. Постоянно хочется. Гоу. Гиант, есть даггер? О, смотри, Рутге. Вышел погулять. Замедло кину. Хорошо, пробежимся чуть-чуть. Там пацаны душат, но мы тут... Уджа! Просто взлетел, жопа подгорела. Ой-ой-ой. Все, активная катка пошла, начинаем прессинговочку. Осталось сделать то, что нужно. То, что нужно. Погнали на топ. Все-таки как-никак я керри. Берет Хускара, пишет ФФ. Бейл. Бейл может сбить. И Хекс. Хускар уже сдается, пацаны. Так, ну, пора, пора, ребята, уже делать ту самую задумку, которую мы хотели. Несмотря на то, что катка активная и, в принципе, весело, все бегаем. Но нужно выполнять челлендж. На эту катку, челленги, который я сам придумал. И это, конечно же, цирк уродовский. Только надо дагерочек еще. Дагерочек. И потом по миду, как пойдем. Жесть. Мне очень нравится сама катка, она сама по себе немножко такая, знаете, активная. Ну, нет такого, что нужно там сопли ходить жевать. Нужно двигаться и драться. Как бы, ну, смысл такой, что не слабая игра, да? Выразимся так. Не слабая. Не слабая. О! Первый урод есть, смотрите, уже поболее. 100 до даггера. Давайте ману восполним себе фул. Бейте. Ну, аба. Все, баф, есть. Так, отлично, даггер есть в куре БМ. Парни, Урса, сильно не разгоняйся. В один размер с зомби надо. В один размер с зомбиком надо, чтобы было. Хорошо, курочка сейчас появится. Надо аккуратно сейчас Урсу не забафать, иначе его уменьшит. Уменьшит. Так, варды есть, все есть. Харе, харе, харе. Зомби БКБ надо. What the hell? What the hell? What the за ливеры? Что это такое? Жесть. Парни, вторую игру сделаем. Кнопку даешь? БМ! Сюда, дядя! Стан по жопе! Трипл килл! Блин, оппоненты оказались! Давай, давай, брат, рампашку! Рампашка, ты моя рампашка, давай. Я ему даю чапалаху, дядь. Давай, давай, давай. Ой, хорош. Хорош. Ну, изи, хз. Там пацаны по 7, по 8 КПТС, между прочим. Два бан-листочка. Добавляем. БКБ. Купите зомбику. Пожалуйста. Так у нас и не вышло в этой катке, к сожалению. Но челы вот так бывает делают некрасиво. Ну ладно. Я отойду на Б. Не знаю, так они прям, да, в начале. Ну, все ясно с ними. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Ребят, мы сделаем вторую катку. Будет по-любому вторая катка. И во второй катке уж мы точно добьемся того, чего мы должны добиться в этой игре. Клэп, ой, хорош, и драться, как мужчина. С большими Коко Джамбо. Хорош. GG.
Отлично. Так, хилочки покупаем, зомбезии. Надо хоть разочек проходочку-то сделать. Так, а мне ж смысл, мне ж нужно тоже курьеров запулить. Жесть. Чё за игра? Лабуи-буи, пацаны. Лабуи-буи. Финик у нас чуть-чуть так непонятненько сыграл. Старается тоже что-то. Зомби, БКБ, брат. Надо. Так, дирижабль, не могу. Сейчас попробуем побафать так. Вот это я могу забафать. Дирижабль, не знаю, сейчас посмотрим. Можно ли дирижабль забафать? Дирижабль, ага. Мультикасты надо. Задумка пока, наверное, непонятна максимально, потому что немножко пошло не по плану. О, ну дирижабль увеличился, окей. Увеличение дирижаблей в домашних условиях. Это не увеличивается, сразу знаю. Это не увеличивается. И это не увеличивается. Давай покупать курочек, короче. Это не увеличится. Да, что-то коротко о моем везении. Это называется везение. Господи, да что ж такое-то? Вот не увеличится же. Ну такое, небольшой размер. Самое главное вон тот вот. Опять. Господи, просто посмотрите на это. Просто посмотрите на это. И это просто что-то нереальное. Да господи. Эти там апаются. Урса под грибами здесь. И тут у нас еще будет... Во! Пек. Да что такое? Не прокают. Посмотрите просто, сколько я уже курок купил. Дайте мне. Где курьер? Вот он. Да ты посмотри на это, что это? Я ненавижу эту доту. Один, просто один, самый первый курьер прокнул. Мне нужен этот, чтобы сделать больших. Что за фигня? Где, блин? Стойте, не торопитесь. Я добьюсь своего, мне все равно. Куры покупать мне нету золота. Чуваки. Хорош, не надо там это убивать. Во, первый, пошел. Есть. Еще один дирижабль кривой. Иди нафиг отсюда. Давай, короче, это обратно. Во-во-во. Вот он сразу открыл. Это как вообще? То есть я сижу, вот это открываю, а он сразу открыл. Почему так? Это что? Это коротко о моем везении. Найс, что я могу сказать? Все, увеличиваем курьера в домашних условиях. Так, я продам, да? Под шумок. Оп. Ну, ясно, все, все, не, я понял. Все, я понял. Хорошо, вон какие. Найс. Сейчас опять. О, все, три. Есть. Готово. Готово. Хорошо, еще. Ну, все понятно. Мне, короче, Kinder Surprise нельзя покупать. Самые хреновые игрушки всегда будут у меня. Так, и вот этого еще. Так он... Go meet, пацаны. Сейчас будем делать цирк уродов. Опа, хорошо. Вот этого надо только. Вот этого надо только. Так, по миду го. Топи цирк соберем. Хорош, это на тройку, это на двойку. Зря его забафал. Зря его забафал. А, он скинет БКБшкой. О, во-во-во. Цирк уродов поехало. Цирк уродов. Цирк уродов пошел. Дюбы-дюбы-дюбы-дюбы-дюбы. Просто посмотрите на это. Что происходит? Я помогу, ребята. Курьеры здесь. Полетели. Цирк уродов, работаем. Сейчас курочки летают. Огромный урса, чистый зомбак вышли. С авиации такой. Нормально. ГГ. Но нужно будет переигровку, нужно будет несколько раз так сделать, тогда будет засчитано. Главное, курьеры. Опа, курьеры здесь. Если курьеры здесь, это работаем.
Хорошо. Жесть. Так, ну по-любому переигровочка. По-любому. ГГ. Чисто ГГ. Чисто ГГ. Надеюсь, с некстовой катки мне чуть-чуть побольше будет вести с курьерами, потому что что-то как-то курьеры не прокают. Большие дирижабли эти. Прикиньте, если я целую пачку этих дирижабли настакать. Всех их поувеличивать вот так вот. Полетело, поехало. Все, погнало. Уничтожение. Хорошо. Ой-ой-ой. Жесть. Усру большую кушают. Я поможу. Большой медведюган погиб. Пацаны. Что делать? У нас зомби в БКБ бегает. Сначала нажал ульт, потом БКБ. Потом БКБ. Ой-ой-ой, ребята, ломайте, пожалуйста. Меня сейчас сломают. Я курьером сейчас тебя уничтожу. Лагнул, говорит. Поняли? Так, это давайте на базу эту курочку отправим. Вот эти курьеры надо. О, полетело, я помогу. Курочки, в атаку. Кусай, кусай. Все, есть. Закусал. Закусал. Давай, давай, кусай его. Хорош. Отлично. Моих курьеров подрезали. Один остался самолет. Ох уж этот летака. Ломаем. Ломаем до конца и сделаем ре. Так, это кто там на базе сидит? Оп, хорош. Туши. Опа, пришел, пришел у нас парень. Хорошо. Опа, лекарь пришел, брат. Держи, хилочку кинул. Лекарь. Медик. Найс. Все, доламываем. Ну что ж, первая катка у нас, как говорится, первая катка всегда комом. И не особо понята была. Понята. Не особо ясна была задача, которую мы должны были тут выполнить. Но один разочек было, но это не считается. Сейчас пойдем некстовую, и в некстовую по-любому добьемся того, чего мы хотим. Поэтому, ребята, погнали некстовую. Итак, ребята, ну погнали мы, короче, некстовую катку. И сейчас все-таки мы, наверное, добьемся успеха, потому что крайне тяжелая задача поставлена у нас сегодня, слишком сложно выполнить. И я решил свапнуться на Урсу, потому что на Огре крайне тяжело собрать мою команду. И лучше это делать, конечно же, на Коре. Кор это как-никак ядро. Сейчас нужно ребятам объяснить, что нужно делать. По-обычному играю вообще. Обычная игра это, то есть, когда ты ничего не делаешь, бегаешь, делаешь там роумы какие-то и все по кайфу. Короче, смотрите. Решили мы немного подсвапаться, да? И сейчас я буду на Урсе. Будем увеличивать Урсу. И постараемся сделать хорошо, сделать хорошо. Катка получится, надеюсь, интересно. Ребятки, не забывайте поставить лайк и, конечно же, подписаться на YouTube. И не пропускайте никакие видосы, потому что видосы фановые, они как на вес золота, ребятки. Спасибо всем, кто смотрит от души. Не забывайте, кстати, на ТГ также подписываться. В ТГ у нас идет информирование по новым видосам, конечно же, кооперация по играм. Ну и, в принципе, фановое какое-то общение. Там ребята собираются, кайфуют, проводят время хорошо. Так что, парни, welcome, подписывайтесь. Буду рад, если будете поддерживать. Хорошо. А есть, можно же забрать, не? Он без шокуча, могли забрать, по идее. Хотя, не факт, что забрали бы, но... Ладно, так. В общем, наша задача на Урсе, это, конечно же, фарм. Пастовые рошаны. На стаках сиди. Да, эксп. Моя задача сделать быстренько масочку. Масочку я быстро выфармлю, пойду в рошаны и буду по чуть апаться. Дай эксп, брат. Прошу, пацана, дай эксп. Он пишет плюсик и стоит дальше, ворует экспу. Как это развидеть? Ну да ладно, это фановая катка, ребятка. Катка, ребятка. Почему и нет? Почему нет, если да? На стаках, говори, сиди, дай эксп плюс. Это... Я вспоминаю, я в ТГ вам кидал видео. Кто в ТГ подписан, знает.
Тип застрял в лифте. Звонит лифтеру. Тот такой, типа... Ну, говорит тип, который застрял, типа... Алло, это диспетчер? Тот такой, да-да. Вы диспетчер? Да. Что случилось? Лифт застрял, не едет никуда. Кнопку нажимали? Такой спрашивает чисто. Ой, жесть. Это вот это напоминает этого подонка, которому пишешь, братан, иди на стаки. Он такой, да-да. Кнопку нажимали? Ой, орирую просто. Жесть. Извращение. Да дай мне эксп, иди на стаки, я тебе какой раз должен говорить? У меня уже маска есть, пятый левел нету. Сложно, сложно, как это понимать? Так, а можно мне? Нельзя, да, походу? Смотри, какой злой медведь. Я злой медведь. Да мне пофиг на вас, я вас победю. У меня еще очень много деревьев. Ты че, пес? Хорошо. Ты чё, пес? Третий левел только, это жесть. Маска уже есть. Скорее всего, придется в актив тут собираться. Да, ребят? Типа, у меня уже есть маска, но нету левела, а Бадон весь левел забрал. Вот сейчас бы сапог, да? Ну, кушаем тангусы и деремся. Этого могу забрать. Еще тычка. То есть, ну, мидер пришел гангать Урсу, чтобы вы понимали. Надо, да, сапог брать. Тут не варик по-другому. Слишком актив, я бы забрал двоих сейчас. Сапог, давайте фазы. Фастовый рошан отменяется, надо в актив выйти. Хорошо. Выйдем в актив. Мидер пришел гангать, чтобы вы понимали. Сильно. Пойдет. Давай, 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 давай. Ну там сапог. Ну вот. Оу. Не хватает. Нужно золото. Жесть, я клэп качнул, думал, заберем. Нет. Не хочу ничего брать с этого Абадона, вообще жесть. Прямо аж триггерит немножко парень. Да что это такое? Я куру, блин, реюза второй раз, ребята. Ну что это? Жесть. Извращения какие-то. Так, тангусик кушаю, вкусно. Два раза. Вот это кто делал два раза? Зачем вы куру не даете мне? Я стою в лоу хп. Жесть. Вот это команда, конечно. Два раза кто-то перереюзал. Я так и не дождался. Ладно, хрен с ним. Камбэкнем. Первая смерть, это ничего страшного. Ничего страшного. Это не страшно. Пришлось фазы, ребят, купить. Я бы вышел бы в Рошана, но... К сожалению, нужно немного по-другому действовать тут. Так, ну что, фармим маску. Фармим масочку. К сожалению, левела нету. ТП сейф. ТП сейф. Что-то потное, походу, готовится, ребят. Вторая катка. Жесть. Вот, ты что тут забыл? Ой-ой-ой-ой. Ну, сильный, сильный. Все, все, я пошел, я пошел. Не душ. Сильный. Сильный, брат. Сильный бычок. Сильный бычок. Сильный бычок. Давайте стики возьмем. Стики надо. Вся проблема, нет экспы. Он всю экспу забрал на бадоне. Говорю, отводи. Плюс ставит и не хочет отводить. Стоит дальше, чейсит. И вот это я не понимаю, конечно. Это жестко.
180 мана. Если Шикуча не раскачана. А не, убежит уже, уже откадешилась. Уже откадешилась. Уже откадешилась. Наконец-то хоть парень на Абадоне умер, можно поэкспиться спокойно. Это что там вообще? Экспу не хочет отдавать, категорически против. Так, ну у нас проблема с Вивером, походу, будет, да? С Вивером проблема будет, походу. О, пришел. Даешь? Давай, давай, давай. Жесть, успел зайти. Да ладно тебе. Боже, они просто все уходят, я не понимаю, просто не хватает. Просто на лоу хп все уходят. Что первый, что второй. Ужастик какой-то. Маски до сих пор нет. Не отчаивайся. Так, Вивера Шикуча уже где-то в 2. Ну, в 3. Пятый левел, там в 3 Шикуч. И... Хотя бы 2 Шикуч, скорее всего, потому что у него же есть еще дабл-тычка. Дабл-тычка еще. Так, маску я сделал почти, но... По левелу очень сильно я просажен. Очень сильно просажен. Может, ты и лес не будешь воровать у меня левел, пожалуйста. ЛЗ, брат, дай мне экспу. Ты по КД забираешь все. На базу придется идти. Левела нет, к сожалению, у меня, ребят. А я тут не выфармлю. Ладно, гона Б. Вивер Unstoppable. Хорош. Забирает зомбези у нас. Блин, вообще, ребята, тут по факту должна быть фановая, интересная, веселая катка. А я чувствую только лютый нервоз на самом деле с этой игры, потому что это третья игра и прям, ну вообще, ребята, не понимают, что нужно сделать. К сожалению, бывает такое, что тиммейты вообще не понимают, что нужно делать. Что нужно делать? Что нужно делать, ребята не понимают. Абадон так вообще, он даже не понимает, что я прошу. Дай эксп. Да, все. Что это, зачем это, я не пойму. У нас еще лютая проблема в том, что вроде как нас задушивают, да? Побить можно немножко его. Чуть-чуть совсем. Чуть-чуть совсем. Да лол. Таверну. Хорош. Наконец-то первый фражочек оформил я. Более-менее. Более-менее. Побежали. В рошу зайди. Со мной. Пожалуйста. Побежали. Вместе заберем быстро. Аегу берем и погнали по чуть. Так, зомби там, по идее, на бустах, да? Жесть. Зомби на бустах. И нужно будет курьеров брать еще. У меня дагер нужен сперва. Можно первый раз, наверное, увеличиться. Хорошо. Имеем. Имеем. Не увеличились, кстати. Надо отойти. Было. Надо было отойти. Так, есть. Работаем. Работаем. Дагерочек, next. Можно уже вырастать, в принципе, по чуть.
По чуть надо расти. Пацаны делают вещи. Ударь крипа. По чуть надо вырастать. Хорошо. Оп. Ребята душат. Зомби интересно, когда там бикиби будет. А, уже делает. Хорош. Сила, найс. Тосик, бро, тосик был. Хорош, забирают ребята, найс. А мне нужно почуть апаться. И будем делать цирк уродов. Жесть, на самом деле реально у нас сегодня цирк какой-то. Цирк уродов. Жестко. Я даггер фармлю свой. Даггер фармлю. Ударь. Ударчик, дядь, надо сделать. Хорошо. Тут в инвизе подошел такой чисто таракан, да? Да, в меня фиссуру надо дать, дядь. 100%. Не котируется в других. Хорошо. Найкс. И Найкса туда же сейчас запихнем. Пойдет, по кайфу. Пойдет. Вместе так мы вообще сила. Есть. Так, есть даггер. Даггер. Крипа, ударь любого, дядь. Есть. Хорошо. Большой урса был, а тут видео с секретом. Кушай. Хорошо. Апаюсь. Пойдет. Экспы нету, очень много экспы забирает парнишка на Абадоне. Очень много. Старается везде за мной ходить. Тем самым забирает экспу. Мне нужно, чем раньше я апнул 11 там, 16, тем лучше. Ок. Ударишь. Апаемся. Хорошо. Оп. Подросли. Хорошо. Вообще сейчас не подрос на самом деле. Надо было рыточку не давать. Так, минута Аегис. О, пришел наех. Наех тут. БКБ 100, а я пока не вырос еще, дядь. Экспы нету. Куры надо. Дирижабли. Черные. Парни. Черные дирижабли нужны. Жесть. Хорошо. Прошлая катка была забавная. Около 50 курей. Так, у меня герой не вырастает. Это проблема. Не вырастает. Я не дорос. Не растет. Что-то. Что-то не растет у меня. Сейчас вот это еще КД. Не дорос еще. Так, и тиник у нас еще растет.
Что там по курьерам? Нет. Нет, нет, не эти. Не эти. Черные. Черные куры нужны. Черные дирижабли. Так, мне надо Абадона. Абадона надо. По Затару Башер next там. Кинети. Хорошо. Вырастет сейчас. О! Еще пару. Кини там убивает всех. Водает. Но я фармлю тупо. Я стараюсь сейчас давить на эксп, не драться лишний раз, не рисковать. Кини на себя всю задачу берет. Хорошо. Курьеров. Искать надо. Курьеров искать надо, пацаны. Так, это белт. Белт ложим. Оп, есть. Еще увеличиваемся. Еще увеличились, ребят, чуть-чуть. Я почти готов. Цирк уродов почти есть. Почти есть. Жесть. Работаем. По геймплею у нас тут все крайне простенько. Задушили оппонентов, теперь вырастаем. 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 Хорошо. Щит пропадет, надо будет. Урса уже растет, да? Урса уже растет. Грибочки кушаем. Го туда. Так, зомби, есть БКБшка. Хорошо. Еще два раза вырастаем. Оп. Хорошо. Зачем БКБ жмакаешь, дядь? Так, не торопитесь. Еще разок. Иго. Так, нам нужно дофармить. Ребята дерутся по КД. Я мид сломаю. Большого Урсу делаем. И сейчас будет у нас еще... О-о-о, что делает? Силач на Урсе. На Урсе. На Тинике. Так, у меня есть башер, все. То, что мне нужно, чтобы не сдохнуть, у меня есть. Все, гоу. Еще раз. Иго, в миду, сбор. Так, есть. Сейчас увеличимся и в миду сбор делаем. Этого достаточно. Хорошо, все, я готов. Ух, багануло, видели? Меньше, больше стал. Оп, не, больше не стал. Ну пойдет, хватит. Хватит. Я готов. Я готов. Так, курьеры, что там? Курьеры нужны. Курьеры нужны. Так, ребята, цирк готовится. Оставь. Это там все гоняет, ходит. Гоняет, ходит. Курьеры где? Где куры? Ой-ой-ой. Не везет мне с дирижаблем. Дирижаблем не везет. Да, я сейчас так полдня буду открывать. Жесть, неужели этот дирижабль настолько, блин, такой жесткий, что его хрен найти? Магнус. Здорово. РПхнул меня. Дай кусну. Жесть. Это, блин. Ой, кринж просто. Нету курьеров. Курьеры нужны, ребята. Хорошо. Давай подобрать.
Во, два есть. Еще парочку. Сюда. Встаньте, сюда. Хорошо. Еще парочку, еще пару. Их. Давай, 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 почти, почти. Эх, но не везет. Опени. Опеним. Везение, чек. Везение, чек. Опеньте курьеров. Нету, но мне не везет, это типа забей. Я шхеназис. Мне никогда по жизни не везет тут. Так, готовимся. Тини сейчас огоним сделает еще. Тини огоним, по идее, есть почти. Так, два дирижабля только есть у нас, да? Два дирижабля есть. Да что ж такое, два только. То есть как не везет-то, да? Нет, такой не пойдет, этот не пойдет, не пойдет. Блин, сами понимаете смысл, почему мы это делаем? Еще, давайте. Открываем, еще... Еще одного, хотя бы. Хомек, хахекс. Ему вот везет, он два раза подряд он открыл. Хомек, хахекс. Еще, один еще. Огр. На черные дирижабли Bloodlust вешай. Иго. Еще одного бы. Во, есть. Хорошо. Го, мид. Мид, го. Все, найс. Бафай. Во. Еще. Бафай, дирижабли, поехало. Вот оно. Давай, давай, давай. Во, еще одного. И go mid. Жесть. Погнали, пацаны. Погнали. Хорош. Mid push. Бафай. Найс, найс. Все, поехало. Цирк уродов. Цирк уродов поехал, пацаны. Давайте. Let's go. Драка начинается. Все, нажмем. Цирк уродов. Один больше, другой меньше. Всех их ждем. Ух ты, блин. Гоу. Ух ты. Цирк уродов. Нет. Жесть. А ты сейчас сдохнешь. Цирк уродов. Ну не получился цирк уродов. Еще раз. Господи. Как сложно. Пацаны. Хорош. Пацаны, ну не фейлите, плиз. Пожалуйста. Цирк уродов делай. Щит Абадона. И... Третий спелл Абы. Избегай. Он не дает вырасти. Ждем БКБ. И Bloodlust. Бафай. Жесть. Сейчас курьеров забафает. Жалко, у нас зомбезия не выросла. Да, мне же... А, все есть. Бафай. Да ну, бафай. Курьеров бафай. Огр, пожалуйста, курьеров бафай. Гоу. Okay. Сейчас будет цирк уродов. Цирк уродов. Поехала. Цирк уродов. Поехала, цирк уродов. Поехала.
Что это такое вообще? Что за гигантусы? Цирк уродов. Найс. Поехала. Курьеров бежит убивать. Нашу птичку подбили. Смотри, какой хитрый. Найс, еще. Еще надо. Маловато было. Еще надо. Блин, какой кринж. Пуш. Пуш. Да, отойдем. Куру захилить надо. Меня бластанул. Бластанул меня. Боже, ну что это такое? Я так и знал, что это так и будет сложность в этом. Что ребята просто руинят. Ладно, надо расти заново. Закинул он таки мне Bloodlust на огре. Хорошо. Ударь. Хорошо, первый раз увеличение есть. Сейчас мы быстренько увеличимся. Курьеров под хил, кур ищем. Кур, покупайте. Ищите еще дирижабли. Дирижабли ищите. Чем больше, тем лучше. Но, как говорится, все, что не делается, все к лучшему, ребят. Поэтому ищем еще дирижабли. Апаем Урсу. Этих регеним. Будет все огонь. Будет все огонь. Хорошо. Чпонь. Хорошо. Чуть-чуть подросли. Это там ходит, убивает всех зачми. Дирижабли. Ищем дирижабли, пацаны. Что он там делает? Господи, этот убивает там всех. На тинике, чувачок. Пойдем, поможем. Хорошо. Отлично. Почуть-почуть апаем. Чё там? Перед дракой. Ну так вот, есть. Еще. Еще ищем. Дирижабли ищем, пацаны. Что за кринж мы делаем, я не понимаю. Хорошо. Гоу. Гоу тогда сюда. Туда-туда. Туда. Апаем Урсу. Надеюсь, мне Bloodlust'а больше не дадут. О! Еще один. Хорошо. Есть еще, еще два. Хорошо. Четыре. Хорошо, вот так огру распишем, он просто не в курсе, может. Одну таргет нам можно пробафать, увеличить ЕМС. И можно двигаться. Чей КФК встал. Бан выдадим. Да блин, если честно, максимально не получается выполнить качественно этот видос. Я не знаю почему, просто реально не повезло. Идея офигенная. Просто тупо не везет с реализацией, потому что это уже третья игра, я пытаюсь, вот это третья игра, в третьей игре пытаемся это сделать, и, к сожалению, что-то как-то не удается. Первая катка прям
Страшная получилась, очень такая и оппозиция хорошая. И один раз всего выполнили эту тему. И, к сожалению, блин... К сожалению, как-то не удается с этой идеей. Сама задумка офигенная. Там курьеров кто-то дропает. В курьерах куры, пацаны. Намек. Юзай. Хорошо. Так, БКБ нельзя. Брать я пока уже фарманул. Го сюда. Туда го. Все пять. Есть, отлично. Во, во, найс, найс. Найс, хорошо. Отлично. Еще если откроют, вообще круто будет. Хорошо. Есть, еще увеличиваемся. Чпоньк. Можно сделать. Г внизу. Внизу сделаем сейчас вещь. Я полтораски куплю. Хочу полтораски. Отлично. И 1300. Во-во-во-во-во. Дирижабли. Все, голды нет. Норм. Норм. Я еще раз. Еще раз. Сейчас апнусь. Блин, у меня задачи такие. На самом деле на Огре, да, актив был. Потом я искал курьеров полгода. О, найс. Хорошо. Можно. Можно, можно. И Огр там стоит, бафает их. Их нужно бафать перед драками. Потому что... Не получится по-другому. Хорошо, Тараска есть. Так, стоп. Где моя Тараска? Где Тараска? Где моя Тараска? Найди Тараску, называется. Я купил рецепт Тараски, а где он? Парни. Вот он. А, найс. Хорошо. Парни, внизу сбор. Огр с курами. Сюда. Хорошо. Так я не покупал. Я не покупал. Так, есть. Собираемся, сейчас пойдем. Тиник у нас... Тиник маленький по сравнению с моим Урсой. Из Замбезии, которая сейчас будет. Поехали. Жесть, гиролетики такие. Тут сбор. Тараска есть, нужно поесть. Огр, бафай пока бежишь. Бафай. О, еще. Жесть, Тиника не видно. Хорошо. Г-пуш. Бред. Куда этот на вивере бежит? Погнали. Цирк уродов. Цирк уродов. Поехала. Погнала, пацаны. Ох, ес, там прыгнул. Цирк уродов. Огромный, пацаны, там Найк стоит, дерется. Что происходит вообще? Я ничего не вижу. Что это такое? Просто огромная, просто хрень какая-то зашла на хайграунд. Еще бы. Разок. Отойдем. Отойдем. Еще разок надо. И курьеры, это что вообще за хрень? Бредятина. Ну, если честно, немного скучновато, потому что у нас хромает реализация, рели. Хромает реализация. Огур там хапанул же есть. Мидго. Что там у нас? Уже БКБ есть. У зомби. Бафай. Алло, вы куда все? Что с вами? Вообще не понимаю.
Тини фуловы на базу бежит, чтобы вы понимали. То есть это must have. Нужно от КД БКБшки тут играть, блин. У него БКБ откатилось и поехало. Бафай. На огре. Оп, хорошо. Бафай. Хорошо. Гоу. Жесть. Бафай, бафай, бафай. Хорошо. Гоу. Ой, ждем. Ждем. Бафнула чела. Его не бафай. Блин, так тут такая этот учет, что надо, чтобы Дирги не бафнула, потому что не получится ничего иначе. Иначе ничего не получится. Го! Поехала. Поехала, пацаны. Цирк уродов. Хорошо, поехала. Курьеры залетают. Томба ставится, поехала. БКБ ульт. Ой-ой-ой! Цирк уродов пошел. Огромное. Что за хрень вообще происходит? Курьеры летают, ничего не понятно. О, вон он, вон он, вон, души его. Ой, боже. Что за бред? ГГ, ребят. Ну, наверное, на этом будем заканчивать, потому что опять Огр меня... Опять Огр меня дебафнул. Блин, вот поэтому я и хотел играть на Огре, но на Урсе парень не делает то, что должен делать, если я делаю на Огре. Вообще жесть. Ну, ГГ, ребят. Короче, на этом видосик закончим. Я думаю, в принципе, что-то фановое мы сделали. Фановое что-то сделали. Ломаем. Фановое что-то да мы сделали. Курочки летают. Что за хрень вообще какая-то. Уж. Это бред. Это бред. Что за курьер? Охота на курьеров. Че нафиг? Охота на курьеров. Есть. Ох, какой РП. Погнала. Ох, какой. Цирк уродов пошел. Я ничего не вижу, ничего не понимаю, что происходит, если честно. Сейчас курьерами настигну его. Стой. Что здесь убегает, а? Смотри, от меня убегает. Кот сливать все, короче. Что за нападение непонятное? Жесть. Колодец туда его. Хиль! Хиль, Тини! Киндерим. Ну хиль его, щиты ему, хилы, все давай ему. Ну щит дай! Господи! Ничего не дает на Абадоне вообще, ужастик! Просто ужастик на Абадоне. Я отвечаю, как можно так вообще делать, я не понимаю. Что это такое? Просто ужастик. Го колодец нафиг. Я ему дал, дал. Да, дал. Все, вопросов нету, я ему дал, говорит. Красава, брат, лучший. Жесть, там до сих пор варны про курьеров. Там, смотрите, тайминг курьеров. О, ну это ГГ. Это ГГ. Да, Рошана надо, брат, убивать. Ну что, ребят, вот такой у нас видосик получился. Не знаю, если честно, получилось не сильно фаново, но в конце хотя бы что-то, какой-то контент мы получили с этих игр. Первая катка была потная, вторую катку я не стал вставлять, потому что там просто ужас. Урса шел, умирал постоянно.
Я вот, заметьте, я на Огре ни разу не пробафал Урсу так, чтобы его задиспелило. Ну вот, я с Огра слез, я так и знал, что будет такая тема, что по-любому кто-то меня будет диспелить на Урсе вот этими мультикастами, даже не думая просто рядом кастовать. К сожалению, есть тут погрешности. До идеала можно этот контент, конечно, довести, если посадить 5 Аркадиев, которые смогут все идеально сделать, чтобы все было по красоте. Но, тем не менее, как получилось... Так получилось. Ребятки, напишите свое мнение по поводу этих каток, по поводу этого контента. Если честно, задумка интересна, но реализация из 5 баллов на 2. Вот реально. Можно было сделать такой фановый видосик, нереально фановый, ржачный, но, к сожалению, не особо получилось. Ну да ладно. Спасибо всем за просмотр, друзья. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, не забывайте заходить на стрим 19 по МСК. Ну и на этом все. Спасибо всем. С вами был Ксаназос и до скорого.